Здравствуйте, дорогие друзья. Пролетела неделя, неделя дворим. Давайте подведем итоги. Мы в ответе за тех, кого приручаем. Еще больше мы в ответе за те решения, которые принимаем в своей жизни. Мы и только мы, сваливать на кого-то бесполезно. Обратите внимание, в нашей недельной главе Моше рассказывает, обращаясь к народу, проблемах, и он, несмотря на то, что разведчики предоставили весьма пессимистический доклад о стране, и 10 из них заявили, что невозможно завоевать землю, Моше в этой главе даже вообще не обвиняет, не упоминает их. Он утверждает, что люди сами не захотели идти в землю Израиля. Почему? Потому что пошли на поводу у разведчиков, поверили им. А ведь каждый человек имеет свободную волю, и никто не может заставить его сделать то, чего он не хочет. Каждый раз, когда мы оправдываем, что вот нам сказали, я увидел, я посчитал, это не разговор. В конце концов, любой поступок, любое действие, это личное решение каждого, и он должен нести ответственность за это решение. Моше что говорит народу? Не вините Бога, не обвиняйте разведчиков, которые были величайшими людьми своего поколения. Возьмите на себя ответственность за те решения, которые вы принимали, потому что в конечном итоге вы выбрали этот путь, вы. И винить в этом вы можете только себя. Это относится к каждому человеку. Все решения, которые он принимает, он ответственен за это. Обратите внимание, вот военные преступники разных времен и мастей всегда говорили, я просто выполнял приказ, это не моя вина. Но Моше учит нас, что каждый человек несет ответственность за свои действия. И не надо прятаться за спины тех, кто эти приказы отдает, или показывает нам по телевизору, или не так разъясняет. Потому что окончательное решение всегда остается на совести человека. И написано у мудрецов, когда придет день суда, отвечать за все придется каждому отдельно, а не рассказывая, что кто-то там. То же самое поколение пустыни были не первыми, кто обвинил в своих грехах там другого. Это в корне человека было. Это ошибка человека от рождения. Еще на заре сотворения мира первые люди, Адам и Хава, попытались объяснить, что когда Бог обратился к человеку, спросил, не от дерева ли ты, от которого я велел не есть, ел? Что сказал человек? Жена, которую ты мне дал, она мне подсунула. То есть переложил свой грех на жену. А жена что? А жена говорит, я не виновата, это змей. Змей что говорит? Это змей ничего, слава Богу, не говорит. Вот это единственный, кто молчал. Поэтому Бог не поддался на их уловки, не принял их оправдание, поскольку в конечном счете это был их выбор. Есть плоды дерева познания было их собственным решением. И они должны были испить чашу ответственности до конца, а также и с нами. Мы в ответственности за то, что мы примем какие решения. Перед нами Шаббат. Тут надо рассказывать очень интересную вещь. Обратите внимание, почему евреи не едят свинину? Наш просвещенный современник говорит, что да, 3000 лет назад не было холодильников, свинина скоропортящаяся и так далее. Поэтому зарождающийся иудаизм ее запретил. Есть еще медицинские, там, логические, что угодно. Комары там, я знаю, там, приводят всякие объяснения. Свинья не такое животное, копается в грязи. Все это не работает. Оба довода звучат, может быть, там для кого-то убедительно, но они далеки от мировоззрения Торы. Еврейские мудрецы ясно определили суть вопроса. Человек не должен говорить, я не хочу есть свинину, не хочу носить там смесь шерсти льна, что запрещено евреям. Он должен сказать, мне хочется есть свинину, вкусный стейк такой. Да, но что я могу сделать, если Небесный Отец запретил, я не могу идти наперекор Богу. Вот эта позиция правильная. По той же причине третья трапеза, которую надо проводить в шаббат, шалош силдават. Написано три трапезы, хотя, смотрите, первая трапеза вечером, когда мы садимся в пятницу, ну, у нас хороший аппетит, вечер, люди. Вторая трапеза утром, после сна, там, когда мы уже там тоже нормально там помолились, прочитали, и, как бы, знаете, как завтрак по-английски называется breakfast, break, fast, плюс fast, то есть в дословном переводе прервать пост. Однако через несколько часов, когда мы снова, теперь уже не совсем, не желанием, садимся с полным желудком за стол. Нам становится ясно, что первые трапезы проводились не для удовольствия, а в честь субботы, только для нее. А вот здесь, вот сейчас нам уже, в общем-то, и есть особо не хочется. Но это не важно, нам сказано, надо что-то съесть, вне зависимости от аппетита. Короче говоря, три субботние трапезы и запрет есть свинину имеют общую основу, так как и заповедь очищения пепла коровы, какая угодно. Они относятся, это все хуким, законы, выходящие за рамки нашего понимания. Бог сказал, кушай три раза, кушай и не умничай.
Мы выполняем их лишь только потому, что такова воля Творца. Вот, и Он наш Небесный Отец. И это есть самое главное. Делать то, что Он сказал, а потом уже надо размышлять. Шаббат шалом, браха вэцлаха.